совсем иного уровня, чем предыдущие соперники Геннадия Головкина. И поэтому поединок этот чрезвычайно важен для Гены. Заявить о себе, почувствовать себя в ринге на новом уровне и, конечно же, поработать, что называется, профессионально. То есть почувствовать вот эту вот дистанцию боя, поработать умом, головой, не торопить события, потому что соперник очень опытный. Да, правильно все было сказано. Торопиться не следует, особенно в первых раундах. Нужно вначале прочувствовать Аумо. Ну, вот единственное, я не согласен с тем, что ни к чему, по-моему, по возможности, конечно, при всем уважении к Ауме, доводить поединок до 11-12 раунда. Думаю, нокаут в 8-10 был бы оптимальным. Звучал гимн Уганды, родины Асимаумы. Итак, Геннадий Головкин на ваших экранах. Сейчас ему предстоит поединок защитного титула чемпиона мира в среднем весе против знаменитого угандийца Касима Аумы. Четвертым чемпионом мира среди профессионалов из Уганды был Касим Аума. Ну, конечно, самым ярким и выдающимся бойцом-профессионалом в угандийском боксе был такой чудовищный панчер 80-х годов Роберт Мугабе, который 25 первых своих поединков закончил нокаутом, пока, как говорится, не вышел на идеального боксера, каким всегда был Марвин Хагли. Да и то, и тот бой был равным. В 11-м раунде Марвин Хагли все-таки сумел в равном бою нокаутировать Роберта Мугабе. Так что традиции довольно неплохие угандийского бокса говорят сами за себя. Прекрасная была карьера у Гена Головкина в любителях, чемпион мира, финалист Олимпийских игр. У Аумы была биография посложнее, он служил в армии, воевал, видел смерть. Затем сбежал в Америку, получил пулевое ранение в живот. При нелепых, по-моему. При нелепых обстоятельствах, да, избежав ранения на военной службе в Африке, он получил пулю, шальную пулю в США. Провел ряд знаковых для себя поединков. В общем, карьера его тоже на профессиональном ринге складывалась неплохо. И вот сегодня он уже экзаменует Геннадия Головкина. Благодарил Аума Геннадия и его команду за шанс, предоставленный ему вновь побороться за титул чемпиона мира в среднем весе.
Ну, будем считать, что Касим Аума как бы для Геннадия является своеобразным гейткипером, пропуском, привратником в высший свет. После разрыва с отношений с Universum Boxing, немецкой промоутерской компании, Геннадий вышел на новый этап. Мы будем сейчас внимательно следить, как он проходит события нового витка своей жизни. С разведки передней рукой начался бой. Да, вот буквально на глазах видно, что скорость у Касима Аумы намного выше, чем у двух предыдущих соперников Геннадия. Очень собранная стойка, легкие передвижения. Видно сразу, что это мастер высокого класса. Очень академично смотрится поединок с первых секунд. Боксеры с хорошей школой, что называется. Сейчас нужно очень хладнокровно работать Геннадию, внимательно следить за действиями Аумы, проваливать его, наказывать. Вот видим, прямые проходят у Гены, натыкается на них угандеец. Ну, правда, и он попадает. Пару раз наткнулся и Геннадий на прямые удары Аумы. Легкие, но наткнулся. Пока акцента в ударах нету, это проверка дистанции, попытка просто попасть, почувствовать расстояние, прочувствовать соперника. В центре ринга проходит пока первый раунд. Не пытаются боксеры пока поставить друг друга в неудобное положение. Окей, брейк! Ну вот начинает потихоньку вкладываться Геннадий. Главное для Геннадия сейчас держать противника в напряжении, чтобы он не наглел, чтобы он не чувствовал себя лидером в этом поединке. Держать темп боя, ритм контролировать и наказывать противника за малейшую оплошность. Вот накануне поединка было обсуждение возможности Геннадия в этом бою и в интернете, и на многих ресурсах боксерских, в изданиях различных. Многие вспоминали о том, что у Аумы ранение в живот было, и рекомендовали Геннадию почаще работать по корпусу. Да, неплохо пока смотрится Аума. Абсолютно равный бой. Не проигрывает первый раунд Аума. Что самое главное, Аума не пятится и держится очень близко к сопернику. Гений Головкин говорит о его высоком физическом состоянии. Ну что ж, значит, определенные проблемы создал для в первом раунде для Геннадия Головкина Аума. Тем интереснее нам будет смотреть, нужно что-то придумывать. Нужно, говорится, шевелить извилинами и придумывать ходы. Так просто такого бойца не победить. Были попадания из той и с другой стороны в первом раунде. Вот посмотрите, как грамотно сближается Аума. Казалось бы, был эпизод, когда Геннадий мог прямую руку выпустить. Но Аума так близко стоял, что не успел разогнать Геннадий правую конечность. Ну, тут сейчас был обратный эпизод. Левый коронный удар для Аумы левша. Попал точно в подбородок Геннадию. И хорошо, что Аума был на такой дистанции, когда рука до конца не разогнулась. Очень собран угандиец. Совершенно правильно делает Геннадий. У него довольно широкая стойка. Передняя нога контролирует ступню противника.
Вот и навстречу он начинает отвечать нападающему на него угандийцу. Прервал серию атак он сейчас соперника. И вот мы видим точные два попадания. То есть в ритме хорошем работает Гена. И самое главное, дозирует силу ударов. Не торопится, не торопится. Спокойно работает, выбрасывает руки. Ну, пропускает, да, но это бокс. Вот застоялся Ома, тот же наказывает этого Гена прямыми ударами. Наращивает преимущество в бою уже во втором раунде сейчас Гена, это очевидно. Все больше и больше мы видим попаданий. Прекрасно, прекрасно работает Геннадий. Очень собрано, хладнокровно, спокойно. Без суеты. Хорошо работает на отходах. Мы видим, как он сейчас сократил угол. Старается держаться поближе к центру ринга. Ну, тревожит меня. Слишком много пропускает Геннадий. Хорошо, что Аума не панчер. Вот это вот желание Геннадия доминировать в поединке, все время стремление идти вперед, заставляет его забывать о защите. Это не очень хорошо. Надо оттачивать эти элементы, особенно в бою с таким соперником, как Аума. На встречу с правой на правую сейчас пробили боксера. Уход с линии атаки Гены. Неплохо. Впервые, наверное, за весь бой использовал джеб Геннадий. Точнее, не джеб, а правый прямой удар. Длинный, легкий такой. Дважды попал в цель. Вот такими ударами нужно не сдерживать напор угандийца. Вот это тоже здорово. Два легких удара и акцентированный. Поближе, да, надо сейчас держаться к угандийцу Гене. И очень внимательно работать на отходе назад. Мы видим, прямые-то доходят у Аумы. В этом-то все и дело. Вот еще пропускает Геннадий в конце раунда. Да, что-то пока с отходами слабовато. По прямой отходит. Сдвоенный правый. Сейчас мы увидели. Вот еще раз удар почтальона. Правда, правая не дошла. Вот здесь пытается преследовать противника сейчас Геннадий. Навстречу пробивает Аума. И Геннадий сейчас пытается ответить противнику, реваншироваться. Вот неудачный отход в конце раунда мы видим. Такая немножечко, ну и сумбур немножко. И два удара пропущены. Неловкое положение было у Гены. И баланс потерял, и два удара пропустил. Да, не так просто, Ума. Не так просто. И я думаю, что именно тот он соперник, который в настоящий момент и необходим Геннадию для того, чтобы двигаться вперед. Вот заметь, почему-то Геннадий, который работает передней рукой, неплохо работает, на отходах забывает ее включать, контролировать отход передней рукой. Может быть, он просто не привык к тому, что кто-то имеет как бы наглость преследовать его. Он всегда доминировал в своих предыдущих боях, и никому и в голову не приходило что-то активное противопоставлять. А здесь другая картина. Есть боксер с именем, с самолюбием и с мастерством. Ну вот мы сейчас видим начало раунда. Уже пожестче стали работать боксеры. Уже включают они мужское начало в этом бою. Я думаю, в конце... Идет борьба за лидерство в психологическом плане. Да, вот я думаю, что именно вот на этой площадке, то есть в борьбе самолюбий, должно сказаться преимущество Геннадия, ну и одновременно сказаться его преимущество в физической мощи, в ударной мощи. Даже мелькнула после двух раундов у меня мысль, а стоит ли вот так вот позиционно боксировать с Аумой. Никаких в двух раундах дивидендов из этого не извлек Геннадий. Может быть,
попробовать навязать ему жесткий размен. Ведь, скажем правду, несмотря на то, что очень умный и хороший боец Геннадий, тем не менее, он ведь боец силового направления. Что уж тут, как говорится, скрывать. Надо оставаться самим собой, это никогда как бы с этой платформы не сходить. Не дает Геннадий разгонять руки сейчас противнику. Впервые за раунд он пытается сейчас работать, иногда отходит на дистанцию, но опять сближается сейчас с противником. И боковые сейчас включает. Много очень пропустил ударов Геннадий в этом раунде. Да и в предыдущих тоже немало. Мне хочется сказать об Ауме. Вот некоторые высказывали такое как бы подозрение, что может Аума отнестись к этому бою как к проходному. Ничего подобного. Мы смотрим, во-первых, он в прекрасной физической форме находится, Аума. Во-вторых, это шанс его жизни, шанс снова вернуться на вершину. Может быть, такого шанса больше не предоставится. И Аума полностью готов к этому. Опять немножко утрачивает Геннадий нить поединка, вот такое ощущение. В третьем раунде. Что-то мне тревожно уже становится. Столько ударов пропускает Геннадий. Делает паузу, а Ауму выбрасывает серии и попадает. Вот Гена опять начал суетиться. Посмотри, силовой опять, силовой акцент в ударах. Не рановато ли? Да нет, силовые удары – это его стихия. Просто давление – это одно, а суета – это другое. Нужно как бы более холодно держать голову и действовать более, что ли, выборочно, разумно. Такой силовой раунд мы сейчас посмотрели. Большое количество ударов. Интересно работает на ногах, кстати, Аума. Он все время вот на ногах либо отходит, либо подходит. И все время как бы оказывается на не совсем удобной для Геннадия дистанции. Либо он слишком близко, либо он далековато. Вот у меня сейчас такое, может быть, предположение не самое приятное. Такое впечатление, что не Гена освоился в ринге, а наоборот, Аума подстроился под него. Вот что. Ну, честно говоря, третий раунд именно такое впечатление и оставил. Что-то надо менять. Что-то надо менять. Я надеюсь, угол Геннадию подсказал. Хотя сейчас была такая типичная авантюрная атака, размашистая. Ни в коем случае нельзя заводиться. Вот такой опытный боксер Геннадий. Сейчас все верно Гена сделал, на дистанции поработал прямыми и сразу сблизился с противником. Я вот идет четвертый раунд, и я не припомню, что Геннадий пропускал такое количество ударов. Он просто не привык работать в ближнем бою, вот в чем проблема. Посмотри за его корпус, он практически влево-вправо не работает. Не выбирает угол для выбора позиции. Так опытный мастер ему противостоит, и поэтому не дает работать Геннадию на удобной для него средней дистанции. Дистанция либо дальняя, либо короткая, ближняя. И это неудобно для Геннадия. И Аума назад не отходит. У меня такое впечатление, что Аума работает очень легко. А Геннадий уже какой-то ресурс психический уже утрачивает. Посмотри, как он напряжены его мышцы. Посмотри, сколько он стал пропускать в этом раунде. Да, сейчас тяжелый правый удар Аумы пропустил Геннадий. Я даже испугался, не болтанул ли его. Совсем смазывается рисунок к четвертому раунду у Геннадия. Не видно никакого рисунка. Видно, что хочет делать Аума, и он это и делает. Но не видно и непонятно, что хочет делать Геннадий. Каков его план на бой.
Бывают и такие, конечно, ситуации в ринге. Может быть, настала пора, если ничего не получается, просто ломать. Но и в этом компоненте пока Ума ни в чем не уступает. И все-таки более тонкую работу хочется видеть в исполнении Геннадия. Впереди соперники сложнее и более тяжелым ударом. А он как кошка отбивается. Вот смотрите, какие серии скоростные выдает на гора. И все это накапливается, накапливается, к сожалению. Да, это так. Да, ты абсолютно прав, что ничего пока в ближнем бою, на короткой дистанции у Геннадия не получается. Намного предпочтительнее при сближении смотрится Аума. Тревожно становится. Очень много промахов у Гены. Да, такое ощущение, что несколько утратил он фокус. Он как бы хочет опередить Ауму и бьет уже не глядя. Смотри, он и на ногах баланс теряет, и удары его размашистые. То есть это очевидные признаки расфокусировки. Мне кажется, это связано с какими-то проблемами не столько физическими, сколько с эмоциональными. Коль скоро мы сравнивали Геннадия с пирогом, насколько пирог адекватен в ситуации инфайтинга, как он крутит плечами, работает корпусом, заставляет противника промахиваться, выбирает позицию. У Гена в ближнем бою пока не ахти какие дела. Ну, у Гена, что называется, ярко выраженный панчер, 85% досрочно завершенных боев, а пирог изначально боец более, что ли, такого изящного направления. Технарь. Как грамотно работает Аум. Посмотри, как он меняет углы, выбирает позицию. Да это просто лучший бой его пока из всех, что я смотрел в исполнении Аума. К сожалению, этот бой приходится на поединок с нашим боксером. Я так сказал наш, потому что Геннадий действительно наш, и мы все за него болеем. Что-то идет не так у Гены. Да, на мой взгляд, просто-таки бой как минимум не проигрывает Аума. Пока бой в лучшем случае для Геннадия очко в очко. Может быть, дана установка работать именно вот в этом на этой ближней дистанции. Держаться как можно больше, приноровиться, попробовать свои силы на этом участке работы. Сейчас неплохо. Неплохо. Да. И удары такие сфокусированные, точные. Сразу стали короткие удары. Разудалый замах ушел. Вот в этом направлении надо двигаться. Сейчас что-то стало получаться. Я по движению корпуса вижу. Совсем в этом раунде мы джеба не видим. Да. Казалось, прикрыт Геннадий, тем не менее, находит брешь между перчатками Аума и правый удар отбрасывает голову Геннадия. Полностью в комфортном темпе, на комфортной дистанции для Аумы проходит бой. Пытается Гена зацепиться. Но пропускает. Главное, что Аума видит начало атак Геннадия.
Знаешь, конечно, сравнение некорректное, но зря мы сегодня вспоминали Василия Жирова, поскольку чем-то этот поединок напоминает поединок Василия Жирова с Джеймсом Тони. Точно так же ломился в закрытые двери Василий, и все помнят, как для него это завершилось. Конечно, Касим Аума и Джеймс Тони, они для него далековато, тем не менее, отличный бокс демонстрирует угандиец, прекрасную защиту, отличная работа на ногах, чувство тайминга. Вот смотрите, он же боец, серьезно выступающий Геннадию в огневой мощи. Тем не менее, разве скажешь по тем фрагментам, которые мы наблюдаем? Ну, что с лицом у Геннадия?